Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как отучить кошку кусаться. Кошки могут кусаться не только из-за плохого воспитания, но и от недостатка внимания, из-за стресса и даже из-за проблем со здоровьем. Если ваш мяукающий друг то и дело стремится вас укусить, а вы не знаете, как эту проблему решить, наш ролик вам точно поможет. Итак, представляем вам 4 совета, как отучить кошку кусаться. Прежде всего, необходимо понять причину такого поведения животного и уже потом действовать. Если у вас котенок, то, скорее всего, его укусы связаны со сменой зубов, и со временем они пройдут. Только не поощряйте желание малыша вас укусить. Если у вас взрослая кошка, которая всегда была спокойной и ласковой, и вдруг внезапно начала кусаться, возможно, она заболела или пережила серьезный стресс. В таком случае вам необходимо показать животное ветеринарному врачу и зоопсихологу. Желание кошки укусить легче предупредить, чем устранить. Поэтому с ранних лет начинайте воспитывать вашего мяукающего друга. Не поощряйте даже легкие покусывания котенком вас во время игр. Играйте с котенком игрушками, а не руками. Если котенок укусил вас, всем своим видом покажите, что вам больно и вы обижены. Никогда не прибегайте к физическому наказанию при воспитании кошки. В противном случае животное будет воспринимать вас как источник агрессии и будет кусать вас, желая защититься. Кошка может кусаться из-за того, что вы ее гладите не в том месте. Многие кошки негативно воспринимают желание хозяина погладить их в районе живота или у основания хвоста. Если ваша кошка обычно ласковая, но на некоторые поглаживания реагирует укусами, просто не гладьте животное в этом месте. Также кошки могут кусать хозяина, если он уделяет им слишком много внимания. Так они показывают свое желание побыть в одиночестве. Если вы не уделяли вашему мяукающему питомцу внимания несколько дней подряд, вполне вероятно, что ваша кошка будет вас кусать, так же, как и при слишком большом внимании с вашей стороны. Только делать это она будет уже не с желанием показать свою потребность в одиночестве, а желанием привлечь ваше внимание. Уделяйте вашему питомцу определенное время ежедневно. Большинство кошек тяжело переносит отсутствие внимания со стороны хозяина на протяжении длительного времени. Укусы кошки – серьезный сигнал о том, что с животным что-то не так. Большинство причин укусов мяукающих связаны с неправильным поведением хозяина. Следите не только за состоянием своего животного, но и за своим отношением к нему. Правильный подход владельца кошки способен сделать из нее самого счастливого питомца на свете. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!